Друзі, вітаю! Ви на першому міському. Мене звати Іван Дичек, і це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нашої студії звітали керівник Кривбас фотошколи Анатолій Зеленський та Олім Панасовський, фотолюбитель. Панове, я вас вітаю в цій студії на першому міському. Ну, ви так дуже скромно про себе обидва говорите. Ми перед інтерв'ю спілкувались. Мені здається, що у простого фотолюбителя в виставковій залі Кривого Рогу не може бути, скажімо так, своєї власної експозиції. А вона у вас є, і це вже, власне, не перше. Розкажіть, що буде представлено на останній? Да, будь ласка, давайте, Анатолій, ви. Криворозьким язиком буду. Да, будь ласка. Представлена была и пленочная фотография, и цифровая фотография. Пол выставочного зала было сделано с пленки на пленочной фотографии, половина была на цифре сделана. Идея показать, что фотография – это не цифровой носитель, потому что многие говорят, вот у меня на смартфоне сфотографировал, есть фотография. Это не фотография. Фотография, во-первых, должна быть на бумаге, тогда это фотография, а это просто цифровое изображение. И второе, это показать, что можно как бы войти в фотографию, работать с фотографией, проявлять свое искусство, творчество, проявлять что с пленкой, что с цифрой. Поэтому она называется «Мир возможностей», что, возможно, можно работать и на пленке, можно работать и на цифре. Алі, ну що ви можете додати про цю виставку, власне, там ваші роботи? Ну, Анатолій предложив мені поучаствовать в виставці. Для мене це не було проблеми, навіть хоча б тому, що я знімаю исключительно на пленку. Просто сложности были в том плане, чтобы какие именно выбрать фотографии. Я пригласил Анатолия, мы вместе сели, пообщались, выбрали, потому что именно это, я считаю, самая проблематичная часть работы – выбрать из того, что есть. Потому что они не все как дети, с каждой фотографией какая-то предыстория связана. Ну а человек смотрит уже со стороны безапелляционно. Как вы пришли до того, чтобы стали, что стали фотолюбителем? Ну, я снимал давно, с 72-го года, со школы. Наверное. Ну, є перше, так, фото? Фотоаппарат, да. Да, пожалуйста, вот такой вот фотоаппарат Чайка 2М, это я его заработал. Це перший? Да, ваш. Это самый первый фотоаппарат, да, это 72 кадра за счет того, что он делит стандартный кадр пополам, да. Очень удобный фотоаппарат для того, чтобы учиться снимать, потому что 72 кадра. Який це рік? Это 72-й год, 6-й класс. Да, вот такой фотоаппарат был. Впоследствии стал у меня уже вот такой зеркальный, потому что здесь есть свои особенности, что можно ошибиться в выборе кадра, особенно если близко снимаешь. А здесь зеркальный, он смотрит, видит видоискатели, отображает все то, что видит через объектив, что будет на пленке. Ну, зараз яким користуетесь? Ну, у меня много фотоаппаратов, потому что я в последнее время работал инженером по фотооборудованию в коммерческой фотостудии и занимался ремонтом фотоаппаратов, поэтому у меня есть достаточное количество фотоаппаратов, да. Вот, но почему, как я пришел к тому, чтобы снимать на пленку? Когда я увлекся ремонтом фотоаппаратов, я понял, что многие люди не знают возможности своего фотоаппарата. И приходя ко мне, получая фотоаппарат после ремонта, мне еще на пальцах приходилось им объяснять, что твой фотоаппарат еще может вот такую фотографию сделать, такую, такую, такую. Вот. Но эта информация была ориентирована для тех, кому это надо было и у кого фотоаппарат сломался. Я думаю, а как же те люди, которые, допустим, тоже хотели бы узнать, но фотоаппарат не ломался, предложились поучаствовать в первой фотовыставке, и я показал на примере своей фотографии, что можно сделать простым пленочным фотоаппаратом, так называемой компактной камеры со встроенной вспышкой, или в народе еще называют мыльницей. Вот это была идея первой выставки. И мне это удалось. Отзывы были очень хорошие. Так, хочу до Анатолія звернутися. Кривбас фотошкола. Ну, це вже, скажімо так, багато років вона вже, власне. Так, в 16-му році ми відмічали 20-ліття Кривбас фотошколи, клуб школа. 20-ліття ми тоді назвали виставку это 20 лет любви, потому что только влюбленный в фотодело может долго заниматься. Да, любым делом человек может заниматься только тогда, когда он влюблен, когда ему это нравится, когда по душе. В принципе, любая работа, она по душе тогда, когда человек любит эту работу. Ну и для меня получается воспитывать, давать знания по фотографии, это тоже своего рода и увлечение, и работа. А что, чему, в головном, чему навчаете своих учеников? Видеть больше, чем обычный человек.
видеть больше, чем обычный человек. А потому, как этому можно научиться? Элементарно. Это развивается интуиция. Это, во-первых, начну с того, что во все времена были люди, фотографы, самые образованные. Довольно, и на сегодняшний день фотоаппарат может купить цифровой только тот, который может себе позволить. Uh-huh. То есть человек, который в достатке, который вникает во все, интересуется, тогда он понимает, что такое выдержка, диафрагма, что не один карманный там, планшет, ноутбук не сделает то, что делает обычный нормальный фотоаппарат. Научиться видеть, ну, тренироваться. Для этого существуют школы, курсы. По выходным дням в этом месяце будут проходить как бы бесплатное благотворительное занятие. Приглашаю всех на 2 часа дня в это воскресенье. Да, будь ласка, приходьте. А що, ще щодо виставки? Які роботи там представлені? Я дуже хочу, щоб ви зорієнтували нас і намагалися, скажімо так, заохотити людей, щоб вони прийшли і подивились. Що, і скільки ви готувались до цієї виставки? Выставку мы, одно дело, готовили фотографии, кто 72-го там года готовил фотографии, кто с 93-го года есть фотографии. Наш третий, как бы, пленочный участник, он предоставил фотографии там, ну, как бы, то, что в его жизни было интересно. Там и морские были, допустим, я... Придете на выставку, посмотрите, очень интересная фотография, ракурс. Потом солдатский выходной, как он проходит. Он, в принципе, и сейчас проходит довольно-таки интересно, солдатские будни, выходные. Свадебная фотография есть интересная, тоже черно-белая. То есть я в черно-белых фотографиях, в какой-то степени они с юмором, с тонким юмором, где жизнь, она вся у нас многогранная. И когда человек, как вы говорите, видит больше, чем другие, видит этот юмор жизни, он ее фотографирует. Зрозуміло. Якась спеціалізація? Чи є улюблені, скажімо, напрямки в фотографії, наприклад, у вас, Олег? Да, конечно, есть. Значит, я долгое время как-то отказывался снимать людей, потому что думаю, ну, люди сегодня такой человек, завтра другой, то есть как-то было неинтересно. Больше был ориентирован на природу, на пейзажи. Есть у меня, допустим, такая как бы больше травел-фотография. И когда я приглашал фотохудожников города Кривого Рога на выставку, то они мне потом давали советы, говорили, что ты больше снимай людей, включай в работу, это интересно. И я последовал их совету. И вот, допустим, на этой выставке, хотя она представлена всего 15 работами, потому что выставочный зал ограниченный, работы 30/40, но там мне есть Турция, Каппадокия, такая, Крым в моем сердце. Ну, то есть избранные лучшие работы, те, которые считаю лучшими. Вот. Ну, вот природу люблю, животных люблю фотографировать. Вот так. Анатолий, вас, скажем так, основное направление, есть? Да, я как бывший журналист, мне больше это, как сказал правильно, travel-фотография, уличная фотография, стрит-фотография, мне это больше по душе, можно назвать это фотографией спонтанной, но эта же фотография, она готовит очень хорошую подготовку, дает для свадебных фотографов. То есть, если человек хочет быть свадебным фотографом, он должен научиться на улице видеть больше, чем другой фотограф. Человек проходит, не видит. Та же самая свадьба. Фотографирует просто 2-3 постановочных кадра и, кажется, красивая свадьба. Но свадьба – это как вся жизнь. Целый день – это вся жизнь. Ты должен уметь, кто слезы пускает, кто там смеется, может быть, не попад. Все это должно быть запечатлено. Ну, если говорить о… Это мое как бы внутреннее желание, да, быть это журналистом по жизни или фотокором. А так я действительно фотографирую и свадьбы фотографирую, и школьные фотографии, и приходится винетки делать, фотокниги, все, всем занимаюсь. Все, що стосується фотографії, все ділю. Загалом фотоісторія, ну, людей, які працюють в цьому напрямку, в Кривому Розі, ну, є нам чим пишатись? Є. Чи багато у нас таких видатних людей в фотографії, які займаються фотографією? Є много інтересних людей, много, фамільно, не знаю, є ли смисл, так і хочу сказати, приходите в виставочний зал, більше увидите, більше услышите.
Выставляются ребята и пейзажные фотографии. Вот недавно, в смысле, ну как недавно, наверное, все знают, Василий Эльвачук, «Панорама Украины». «Панорама Украины». Да, замечательные работы. Других там ребят тоже. Я знаю, здесь у вас есть хорошие фотографы, которые замечательно делают фотографии, но пока еще не выставляются. Надо їх как-то заохотить. Слухайте, ви, мені дуже сподобалась та репліка, яку ви сказали, щодо електронної, так? Фотографія, якщо вона не роздрукована, то воно ще як електронний носій, так? Да, цифровий, вона, цифровий носій. Да. А вона змінюється, коли її роздруковуєш? Это, смотрите, электронный носитель, электронный, это как пленка. Потом, раньше, после пленки была лаборатория, где можно было доработать фотографии, изменить. Сейчас это называют дизайнером. Или, говорят, обработку вы сделали после. То есть обработать, изменить можно. Можно сделать ее, сфотографировать как хочешь, а сделать ее по-другому. То есть мысль фотографа изменилась. Я зрозумію, що обробка. Да. И сам факт – это то, как она на бумаге. О, уже, про... уже ее не изменишь на бумаге. Вот здесь можно изменить. В фотоаппарате, на фотошопе можно изменить. А сама бумага – уже все, это авторское право, которое… Зрозуміло. Взагалом змінюються якісь методи підходу до навчання до фотографів? Чи змінюються взагалом? Чи є якісь базові принципи, які будуть, скажімо так, постійно для того, щоб ти навчився бути фотографом? Люди міняються і принципи міняються. Взгляди на життя міняються, і люди різні. Холерики, меланхоліки. Кому-то треба одно, кому-то треба по-другому. Одному чоловіку можна один раз повторити, другому раза три треба повторити одну саму тему. Це просто моє видіння. Второе, то, що є базове, допустим, композиция. Да, композиция. Она не поменяется. Объектив тоже не поменяется. Затвор, диафрагма не поменяется. То надо знать, как работает, иначе ты не получишь. Это инструмент. Если ты не будешь знать инструмент, инструмент не будет продолжением рук фотографа, то ничего не получится. Так же самое, как у художников. Кисточка, акварель, масло – это продолжение мысли, мысли художника. То есть он практически рисует мысли свои. А тут он момент жизни запечатлевает тот, который он увидел, услышал, познал. Ну и таким образом мы воздействуем на зрителей, показуємо своє відношення до життя. Я дуже хочу, щоб ви відповіли мені удвох, які фотографії на вас вплинули. Ну, якийсь такий ефект був, коли ви побачили фото якогось, скажімо так, видатної якої людини, і, скажімо, це для вас, ну, щось неймовірне. Прошу. А я Заліма хочу. Когда я в качестве инженера по фотооборудованию продавал фотоаппараты, и помню фотоаппарат, даже Minolta F10BF, родители покупали своему сыну, который первый раз ехал в пионерский лагерь тогда еще. Так. Вот, и я это провел такой мастер-класс небольшой, научил его фотографировать. Конечно, там он снимал все, что не попадя, да, но была среди всего эта фотография, которая у меня вызвала эмоцию. Причем человек не знал, как снимать, и это вот клацал, да. Но там было, я даже попросил разрешение, значит, эту фотографию отпечатать себе, вот, и она у меня даже дома и сейчас есть. Человек снимал свою сестру на фоне моря, но это было на фоне заката, то есть это очень такая эмоциональная фотография, да. Таких фотографий много, и они не зависят от имени. Понимаете, вот бывает на фотовыставках, просто если эта фотография вызывает эмоцию, значит, ты хороший фотограф. Не вызывает, какие бы у тебя там имена, регалии не были, ну это просто обычная фотография. Угу. Для меня так. Могу добавить, что хорошая фотография, как в спорте, или как боксеры говорят, борцы говорят, что трудно бороться с новичком, потому что он не знает правил и может что-то вытворить. Угу. И трудно с профессионалом, мастером, который имеет за базу несколько школ. А та же самая фотография. То же самое, что Алим сказал. Порой приходят новички, которые не знают, как она получилась, ему это понравилось. И многие снимают так, берут на самом деле. Хотя на самом деле, вот, можно со стороны посмотреть, новичок или профи. Профи будут снизу брать, который недавно купил фотоаппарат, он будет брать или так, или так. Я даже видел, перед ЗАГСом фотографируют, смотрят по монитору и так вот, ой, что-то у нас не резкое, ой, что-то не резкое. Нет, чтобы взял устойчиво и сфотографировал. Зрозуміло. Ну, зараз, щоб, скажімо так, почати займатися
фотографію. Що, що ви можете, скажімо так, порекомендувати? Є два варіанти. Якщо є, дозволяє как бы, обеспечення, то покупайте цифровий фотоапарат, ноутбук і займайтесь. Вам больше ничего не надо. Угу. Цифровые фотоаппараты можно купить от 5000 до 50 на вкус и цвет, все фантики одинаковые. Угу. Потому что и там есть диафрагма, и там есть затвор. Важно, как ты будешь пользоваться этим инструментом. Цена не имеет значения для изобразительного, для изображения. Угу. Имеет значение, что внутри каждого человека, как он видит, как он слышит мир. Если же, почему вот мама, как бы говорится, совдеповской эпохи, образно говоря, приходит и говорит, мы хотим научить. У меня есть «Зенит». Ну хорошо, приходите с «Зенитом». Начинаю рассказывать, показывать. Мама понимает, что на цифре быстрее можно научить ребенка. Тут он сразу видит свои ошибки, тут сразу Хотя «Зенит» на сегодняшний день доступнее купить, доступнее для съемки, для баловства. Он, хотя пленка, забегая наперед, хочу сказать, пленка еще выпускается. И будет выпускаться долго. Это та же самая, как у художников есть акварель, есть масло, есть гуашь, пастель. Они рисуют, они пользуются. Так же самое здесь это будет как один из инструментов самовыражения творческой жизни человека. Зрозуміло. Алим. А я считаю, это как в спорте, как говорят каратисты, если не знаешь, что сделать, сделай первый шаг. А там потом посмотришь. Я считаю, что первый шаг в этом – это слезть с дивана и захотеть. Да. А там ты потом уже начнешь смотреть, получилось, не получилось. Мне, например, нравились фотопленеры фотоклуба. Значит, когда выезжают опытные, неопытные, выезжают на природу и снимают одну и ту же речку. А потом приходят и смотрят, что у кого получилось. И бывает у новичков лучшие фотографии от точки зрения. Он может где-то какую-то с нижней позиции заснять. И потом, когда они рассматривают эти фотографии, и тогда учат друг у друга, да. Конечно, можно читать умные книжки, там тоже есть, вот я, например, выписывал, мне по работе нужен был журнал «Фототехника и видеокамеры». Журнал очень редкий, и у него всего тираж был 60 тысяч экземпляров на все постсоветское пространство, да. Но там давали буквально 2-3 страницы именитым мастерам, и они рассказывали, как лучше заснять, допустим, тот или иной сюжет, например, там «Природа в горах», там, где много ультрафиолета, или там животных, да. Когда-то, например, хотя, конечно, это все не помогает, ну, это теория, да, все равно это надо опробировать самому, да. Помню, когда-то человек занимался аквариумом, значит, и в это время еще шил шапки, для того, продавал их на рынке, для того, чтобы этих рыбок содержать. Я говорю, ну, давай я тебе сделаю хорошую рекламу, и ты прорекламируешь, люди будут приехать, тем более там муравейник рядом с цирком, человек пришел со своим сыном в цирк, хорошее настроение, зайдет, если будет приемлемая цена, их соответствующая реклама, да. Я начал делать ему рекламу, начал снимать рыбок. Оказывается, их-то не так-то просто снимать. Да, я получил опытный путем метода проб и ошибок, да, а потом почитал, как это делают люди. Они делают специальный аквариум, который, значит, с двойными стенками загоняет рыбку, я же не скажешь, стой никуда, да, и потом ее снимают, вот так, вот. То есть очень много нюансов можно научиться в теории, если как-то познакомиться с мастерами. У нас 2 хвилини до завершення ефіру. Я б хочу, щоб ви, мабуть, на останнє запитання відповіли, за що любите ту справу, якою займаєтесь. Прошу. За то, что чувствую отдачу. То есть я с 12 лет увлекаюсь, я вижу, что я в себя вижу, как я расту. Самый лучший пример и самый лучший рост для любого человека – посмотреть, каким он был в первом классе, в институте на первом курсе. Ты видишь свой интеллектуальный рост, ты видишь, как меняется твое мировоззрение, ты видишь, можешь, зная старые свои, как бы, свои годы, свои возможности, можешь как-то построить что-то уже, предложить. Потому что если только человек что-то имеет за душой, он это может предложить. Если он ничего не имеет за душой. Зрозуміло. Алим. Я считаю, люблю фотографии за то, что при помощи фотографии, как при помощи и другого вида искусства, можно самовыразиться. Вот недавно у меня была фотовыставка в одной из библиотек города, да, и когда я предложил тему Крыма, значит, мне было сказано, что, ну вот вы понимаете, у нас вот такой город, что не все однозначно Крым воспринимают, да, вот, я так понял, что они очень не хотят, ну, я говорю, если вы хотите просто моими фотографиями украсить свои стены, ну, это можно обои красивые с цветочками там повесить, да, и я смог все-таки выразить все, что я хотел при помощи фотографий, при помощи названий, ну, допустим, могу показать, ну, хотя бы, давайте, для... У нас... Майже не залишається час. На одну фотосвітлину.
Ну вот, пожалуйста, даже вот такая вот фотография. Я когда-то в свое время даже разочаровался, что погода была, значит, такая пасмурная. Да. А сейчас она даже играет на фотографии. Называется «Краще є втратити життя за вітчизну, ніж неприятелю дістатись в дару висну». Пожалуйста, Петр Колишевський. Да. Дуже дякую, панове, і дякую вам за бесіду сьогодні, яка була. Ну і вам бажаю успіхів. Спасибо вам за те, що пригласили. Керівник Кривбас фотошколи Анатолій Зеленський та Олім Панасовський, фотолюбитель, сьогодні були в нашій студії. А мене звати Іван Дичак. Залишайтеся на Першому міському. До побачення.